Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прия, и сегодня мы поговорим о замечательном секретном коне Сривендрета, а именно о кошмарной лошади Бланче. Замечательная лошадка, механика ее схожа с получением с дружелюбной альпакой, которая была в Ульдуме. Там мы кормили альпаку 7 дней одинаковыми итемами, а тут нам нужно за лошадкой ухаживать 6 дней, и нам нужно не только ее кормить, а также расчесывать и делать интересные другие вещицы. С целью того, чтобы расчесать, накормить Бланче, нам нужно получить все эти итемы. И я подготовил абсолютно весь видеоряд для того, чтобы вы полностью все увидели. Далее, после моего монолога, будут все эти моменты запущены. День 1 плюс кормежка получается этой Бланче. Далее день 2, там расчесочка используется и расчесывание ее. Это было на стриме, людям немножко понравилось это все ожидание. День 3, день 4, день 5, день 6. День 3, когда я делал, получается, добывал подковы, напал ордынец. И знаете, что я скажу об вот этой вашей орде? Ну мне просто нужно уже выговориться, я не могу так просто молчать. Ордынцы — это... когда видят, что у тебя лоу хп. Фух, стало легче. Замечательно, продолжаем. С целью того, чтобы найти эту Бланче, мы открываем карту Ривендрета. Нам поможет очень сильно в поиске Addon Handy Notes, так как будет показана просто-напросто метка этой мертвой Бланче. Зеленым цветом будет показана та цифра, тот день, который мы уже выполнили. Красным будет показан тот день, который нам, собственно, нужен. Ну, то есть, получается, первый день я сделал, второй сделал, третий сделал, провзаимодействовал с Бланче, и теперь следующий день будет четвертый, потом остается пятый и шестой. Мы можем сразу добыть абсолютно все предметы, и потом нам нужно лишь только подходить к мертвой Бланче и взаимодействовать. А с целью того, чтобы найти ее, нужно встать на это место и ждать какое-то время. Респ у нее от 1 до 2 часов. Но, знаете, стоять на своем сервере — это такая себе идея. Имеются заранее собранные группы различные. Например, мы введем просто-напросто во вкладку другое Бланче, и тут точно что-то должно быть. Ну вот, например, Waiting Бланче, VMOV. И что-то примерно такое подобное ищем, влетаем в эту заранее собранную группу и вместе со всеми людьми ждем прок этой лошадки. Как только она появится, у вас будет 5 минут с целью взаимодействия с ней. Желаю вам удачи, всех благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Далее будет запущен видеоряд с абсолютно всем выполнением дней. Там есть координаты, вот они находятся над кружочком с этим левелом. Далее там есть интересные макросы на поиске подков. Также кину этот макрос на описание к видосику. Да и все. Приятного просмотра.